Мы, коллектив Междуреченского филиала Новокузнецкого противотуберкулезного диспансера, обращаемся к губернатору Кемеровской области Сергею Евгеньевичу Цивилеву, а также президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. В сентябре 2019 года отделение было закрыто по предписанию Роспотребнадзора. В декабре 2019 года было принято решение о сохранении туберкулезно-легочного отделения в городе Междуреченске и начале косметического ремонта, на что из бюджета области были выделены средства. Ремонт отделения был частично проведен, но несмотря на проведенный ремонт, Министерством здравоохранения Кемеровской области и лично министром Малиным Михаилом Васильевичем по обращению главного врача Новокузнецкого противотуберкулезного диспансера Крючкова Дмитрия Владимировича 4 сентября этого года было принято решение о ликвидации туберкулезно-легочного отделения в городе Междуреченск. Пациенты, в том числе и с открытой формой туберкулеза, будут вынуждены принимать лечение дома, представляя опасность как для членов семей, так и для окружающих. Требуем пересмотреть решение о закрытии туберкулезно-легочного отделения в городе Междуреченске, так как своими действиями министр здравоохранения Кемеровской области Малин и главный врач Новокузнецкого противотуберкулезного диспансера Крючков лишает пациентов конституционного права на доступную медицинскую помощь, а медицинских работников – рабочих мест. Также просим провести проверку в отношении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на ремонт туберкулезно-легочного отделения в Междуреченске. Непонятна цель освоения бюджетных средств на осуществление ремонта, если главный врач Крючков заведомо собирался закрывать отделение.